Добрый день, уважаемые любители футбола. Сегодня на нашем стадионе один из основных матчей первого круга чемпионата России среди команд третьего дивизиона зоны Поволжья. Команда «Кристалл», город Сергач, принимает лидера чемпионата России «Металлург», город Выкса. Прослушайте составы играющих сегодня команд. Наши гости. «Металлург», город Выкса. Футболки желто-черные. Номер первый. Евгений Мурысев, капитан команды. Номер второй. Владимир Шутов. Номер седьмой. Виталий Мазин. Номер четвертый. Дмитрий Гадалов. Номер пятый. Александр Воропаев. Номер шестой. Виталий Чуркин. Номер восемнадцатый. Андрей Лысов. Номер восьмой. Виктор Киров. Номер девятый. Алексей Михайлов. Номер девятнадцатый. Михаил Сакеев. Номер одиннадцатый. Дмитрий Голубев. Главный тренер команды Михаил Бекетов. Команда «Кристалл», город Сергач. Футболки красно-черные. Номер первый. Александр Тришин. Номер второй. Александр Глухов. Номер третий. Сергей Кожевников. Номер четвертый. Александр Тюрин. Номер пятый. Андрей Николаев. Номер шестой. Дмитрий Полютин. Номер седьмой. Дмитрий Малышев. Номер восьмой. Игорь Волков. Номер девятый. Александр Варносов. Номер десятый. Виктор Тишкин. Номер одиннадцатый. Дмитрий Кондратьев. Капитан команды Александр Тюрин. Главный тренер команды Андрей Николаев. Матч обслуживает судья в поле, судья республиканской категории Владимир Винокуров. Судьи на линии. Судья республиканской категории Александр Саватеев и судья первой категории Михаил Белов. Вся бригада из Нижнего Новгорода. Резервный судья, судья первой категории Евгений Тартов, город Сергач. Инспектор сегодняшней встречи Василий Иванович Прохоров, город Навашино. Yeah.
Мяч в ворота команды «Кристалл» забил Алексей Михайлов, номер 9. Куда ты?
Второй мяч у ворота команды «Кристалл» забил Дмитрий Голубев, номер 11. Глядь, полюшу виноват. Чего он там начал мутить? Чего? С кем? Команде «Кристалл» замену. Вместо Дмитрия Малышева, номер 7. Вместо Дмитрия Малышева, номер 7, в игру вступил Павел Гришин, номер 18. Thank you.
Так собака бегала. Так что не толстая. Сейчас был забили первый. В прошлый раз забили свой. Куда накидывать?
кричу я. Убелись. Она сюда не поможет. Уважаемые любители футбола, в команде «Кристалл» Сергач произошла замена. Вместо Андрея Николаева, номер 5, в игру вступил Александр Репин, номер 4. Можно, можно! Деньги не платили, мясо выкидывали.
Саки! Шестой, что ли, да? 19-й. Третий мяч в ворота команды «Кристалл» забил Михаил Сакеев, номер 19-й. «Металлург» замена. Вместо Михаила Сакеева, номер 19, в игру вступил Сергей Трушкин, номер 12. Так вот.
Металлург замену. Вместо Виталия Чуркина, номер 6, в игру вступил Алексей Трусилин, номер 3. Команде «Металлург» замена. Вместо Виктора Кирова, номер 8, в игру вступил Юрий Смирнов, номер 15. Кристалл замена. Вместо Дмитрия Кондратьева, номер 11, в игру вступил Александр Капустин, номер 16.
Паша, видишь, проваливается, Паша. Легко, легко. Команде «Металлург» замена. Вместо Алексея Михайлова, номер 9, в игру вступил Дмитрий Модин, номер 10. В команде «Металлург» замена. Вместо Владимира Шутова, номер 2, в игру вступил Андрей Курганский,
номер 14. Еще, еще вперед! Уходи! В команде «Кристалл» замена. Вместо Игоря Волкова, номер 8, в игру вступил Дмитрий Терин, номер 13. Четвертый мяч в ворота команды «Кристалл» забил Дмитрий Голубев, номер 11. Thank you.
Надо на ход В команде «Металлург» замена. Вместо Андрея Лысова, номер 18, в игру вступил Игорь Максимов, номер 13. В команде «Металлург» замена вратаря. Вместо Евгения Мурасева, номер 1, в игру вступил Роман Павлухин, номер 16. Давай!
Ну один Дмитрий забил. Мяч забил Дмитрий Модин, номер 10. Матч команда «Кристалл» уже во втором круге у себя дома проведет 17 июля с командой «Стройпластмасс» город Ишеевка. Начало матча в 18 часов. Thank you.
Ну что, до свидания, скажешь? Футбольный матч между командами «Кристалл», «Сергач», «Металлург», «Выкса» закончился со счетом 5-0 в пользу команды гостей. Да, да.